Просто место себе не находит команда футбольного клуба «КамАЗа». Родной стадион на ремонте, арена в Нижнекамске настолько ненадежна, что предыдущая домашняя игра не состоялась из-за обледеневшего поля, за что челнинцам присудили техническое поражение 0-3. Чтобы больше так не рисковать, в этот раз решили проводить домашнюю встречу на базе «Казанского Рубина», то есть в столице республики. Там «КамАЗ» сегодня принимал «Тюмень» и проиграл. Все решилось уже на второй минуте матча, когда и был забит единственный гол. Ну а тем временем челнинские хоккеисты тоже прощаются с родными трибунами. В эти минуты они проводят последний в этом году домашний матч. В первой встрече с альметьевским спутником накануне наши одержали победу 3-2. А об итогах сегодняшней встречи мы расскажем в четверг в 19:00. К слову, эта игра закроет хоккейный сезон в Ледовом дворце, а в декабре начнется реконструкция спортивной арены.